Бесплатно и с комфортом могут добраться до районного центра и обратно жители поселка Бечинча в Ленском районе. Там по их просьбе запустили автобусный маршрут. Новинку оценили и наши корреспонденты. Этого события бечинчинцы ждали уже долгие годы. Добираясь в районный центр, на чем придется? На попутке или на такси, что не очень удобно и довольно затратно. Автобусный маршрут появился как раз вовремя. Пассажиры довольны. А раньше это добирались хоть как, кто как может. Попутная там машина, там я часто пользуюсь. Вот надо будет, сюда постоянно приезжаю. Приезжаю, уезжаю. Сегодня утром приехал, вот обратно еду, да, по делам сходил там. Вопросы об необходимости обеспечения бечинчинцам проезда до города в районной администрации на контроле стоял давно, но транспорта не было. А когда бечинчинская школа передала микроавтобус «Газель» на баланс районной администрации, в связи с невостребованностью его отремонтировали и пустили в работу. Ну, наверное, буквально первых два рейса были неполная загрузка, потому что не все люди знали. Сейчас «Газель», она 11-местная, люди, видимо, договариваются же между собой. Поэтому на остановке приходит четко 11 человек, никто не ругается, не толкается. Автобус ходит два раза в неделю, во вторник и четверг. Отходит автобус из Бечинчи утром, привозит людей к обеду в город, а вечером собирает пассажиров около центрального рынка в городе и отправляется обратно. По пути делает остановку в селе Мурья. Сегодня работает у нас маршрут Ленск-Мурья-Бечинча. В данное время он работает в тестовом режиме, бесплатно. Затем будет работать за минимальную, скажем, плату, да, доступную для всех жителей. Ну и, конечно же, для других жителей тоже, других поселков и сел. Мы будем тоже организовывать такие маршруты, где необходимость. По первой просьбе такие маршруты автобусные будут организованы. Планируется этот же автобус в свободные два дня недели задействовать и по другим направлениям. Предположительно, пока это Артанахар, Чимча. Светлана Полеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.